Санкт-Петербург, Мухамад Якубов! Ну и выходит на сцену чемпион Мухамад Якубов. 14 поединков, 14 побед, 9 нокаутом. Это уже вторая защита титула для Мухамада. Он входит в топ-15 WBC, IBF и WBO по миру. Ну и в случае победы над мексиканцем сможет войти в десятку и приблизиться к бою за титул полноценного чемпиона мира WBC. Оба боксера опытные спортсмены. Нельзя их назвать новичками в этом деле. Входит в пятерку лучших 56-200 россиян в своем весе. Встречайте его соперника, бойца из города Исфарад, Таджикистан, Асрор Вахидов. Соперником Андрея станет Асрор Вахидов. Профессиональная карьера 5 боев, 5 побед, 3 нокаутом. А у Андрея Федорцова для сравнения 4 победы и только одна нокаут. Друзья, в этом поединке участвуют бойцы, которые не имеют поражения. Да, такой настоящий проспект клэш. Противостояние непобежденных бойцов. Давайте аплодисментами поддержим. Поддерживают Асрора Вахидова из зала. Можно это слышать.